Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Маны Бразерхуд, и сегодня новый ролик по проекту Fetch. Сегодня, ребята, мы разберем сотрудничество Fetch с Polars для того, чтобы привлечь трейдеров рынка прогнозов. Ребята, уже давно не было роликов по Fetch, а это именно связано с тем, что не было достаточно интересных новостей, а я решил отбирать новости уже те, которые прям будут очень интересными, и снимать видео про них. Сейчас меня завлекла эта новость. И сегодня я расскажу. Во-первых, Polars — это тоже серьезный проект. И я даже в этот проект зашел на приват-раунде, когда было время. Инвестировал сюда всего лишь $100, но тем не менее, я считаю, что этот проект очень перспективный. По мере приближения запуска основной сети Polars организирует крупное торговое соревнование с призовым фондом более $300 000 и вознаграждением NFT, чтобы создать некоторый шум. Детали интеграции партнерства во время Big Trading Competition пользователи Polars будут несколько раз проанализировать движение цены токена FED, наблюдая за котировками на бирже Binance или Coinbase Pro. Это позволит пользователям лучше узнать этот актив. Fetch AI спонсирует большой торговый конкурс, взнос в призовой фонд $25 000 плюс токена FED. Пользователи смогут использовать полученные токены в экосистеме Fetch или распоряжаться ими по своему усмотрению. Соревнование будет проходить на двух платформах, Twitter и тестовой сети Polar на Binance Smart Chain. Здесь вот идут сначала черно-белые твиты, основная учетная запись Polar Twitter разместит 2 твита с контентом, созданными Fetch AI. Один будет представитель белой команды, а другой черный. На платформе тестовой сети Polar пользователи смогут предсказать, какой твит вызовет больше лайков и повторных публикаций, сделав тестовый BSD на команду белых или черных. Тот из двух твитов, который получит больше всего лайков и ретвитов за 2 часа, выиграет. Условия получения токена FED в рамках большого торгового соревнования Polars. Чтобы получить airdrop и награды среди 100 лучших победителей, пользователь должен соблюдать все условия и правила Big Trading, которые описаны в этой статье на медиуме. Пользователи должны будут создать DeFi агент Fetch, и пользователь должен будет подписан, естественно, на официальный канал Fetch, Telegram Fetch, официальный чат Fetch и, естественно, сам Fetch просто, знаете. Когда же начнется конкурс? Конкурс начнется прямо через 2 недели, можно сказать, что уже через пару дней, потому что я снимаю ролик с задержкой. Что вам теперь делать? Лучше всего зарегистрироваться, выполнить все необходимые действия и приготовиться к этому. Вот так, ребята, тут была бы выглядела статья, ее сейчас нету. Однако, вы можете все равно зарегистрировать кошелек на DeFi Agents Fetch, вот здесь. И вот здесь Access, и тут уже происходить. То есть вам нужен для этого еще Fetch вот этот кошелек, ребята. Вот он, вот этот валит, вот у меня он тут сделан. О, видите, я кучу вкладок включил. Вот так выглядит значок, а вот так ссылка. Я вам, естественно, ее оставлю. И вы тогда сможете поучаствовать. Вот такой вышел ролик, ребята. Если видео было информативным и полезным, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.